Пенза – это судьбоносное место в моей жизни. Здесь познакомились мои родители. Мама приехала из Белгородской области, встретила здесь с папой. Он с Лунинского района. Они поженились, и появилась я. И получается, я очень благодарна Пензе за их встречу. Мое детство прошло в самом центре города Пензы. Это улица Московская, дом номер 40. Мои окна выходили на Фонтанную площадь, на старый еще тогда фонтан, на знаменитую часы-кукушка. И все детство, ну это где-то до третьего класса, я очень много проводила именно вот в этих местах, в самом центре города Пензы. Я люблю свой любимый город Пенза. Она для меня самая песенная, самая танцевальная, самая музыкальная. И я благодарна ей, что я здесь работаю, здесь мои друзья, здесь моя семья, здесь наш коллектив. Ансамбль песни и танца «Казачья застава» в моем лице поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и, конечно, мирного неба над головой.